рассказывать я. Как пуля свистит и как бомба грохочет, но дело не в этом, друзья. А в том, что среди гула и пламени боя всегда в нашем сердце живут родные друзья и все то дорогое, что родиной люди зовут. Быть может, такому рассказу девчата добавил бы в частности я и то, что бывает порой страшновато, но дело не в этом, друзья, а в том, что на фронте с врагами дерутся заветные песни поют и письма читают и даже смеются от смерти за 10 минут. Бывает порою девчата грустнется, потянет в родные края, и песня прорвется